13-14 октября в парке Шевченко на Центральной аллее возле сцены «Ракушка» пройдет празднование трех праздников. Это День Покровы Пресвятой Богородицы, День Казачества и День Защитника Украины. Эти три праздника, они дадут возможность посетителям парка увидеть много различных действий. Не только выступлений на сцене, а также наших друзей, партнеров различных спецслужб, которые оказывают охрану и то, что мы можем спокойно ходить по нашему городу, по нашим паркам и чувствовать себя защищенными. Поэтому хотим вас пригласить 13-14 числа, начало мероприятия с 12 часов, где вы сможете хорошо провести время свое на свежем воздухе и увидеть много различных действий, которые окажутся полезными для вашего внимания. Недавно, в прошлом, мы посидели, подумали, как сделать подарок жителям города и гостей города, и обратились за помощью КП «Парком». Спасибо большое представителям КП «Парков», а в лице Сергея Анатольевича, потому что они нас поддержали, нашу инициативу. Сразу говорю большое спасибо, что откликнулись представители Нацгвардии, представители полиции, представители МЧС, потому что то, что будет показано, это надо. Надо показать, познакомить людей с подарком, потому что одно из направлений нашего фестиваля является сближение и ознакомление жителей города. Жителей города и гостей города со службами, которые непосредственно каждый день, каждую ночь обеспечивают охрану и безопасность их спокойного сна, спокойной жизни, их безопасности. И поэтому мы пригласили эти спецслужбы, этих спецподразделений, чтобы они во время нашего мероприятия показали себя, рассказали про себя, чтобы люди, гости могли ознакомиться поближе с их работой, с их тяжелой будними днями. Представники управления патрульной полиции будут представлять на цьому святі свою специальную технику, свои специальные засоби. Кроме того, мы будем открыты для живого спілкування с громадянами, питання, які будуть їх цікавити, ви можете спокійно підходити, задавати питання. Ми будемо надавати консультації в мірі своїх повноважень. Також будемо проводити цікаві ігри і невеликі розваги, корисні для наших маленьких одеситів і гостей міста. І будемо раді всіх бачити і запрошуємо для корисного і веселого відпочинку. Прежде всего, хотел сказать, что Национальная гвардия – это воинское формирование с правоохранительными функциями. Ежедневно более 300 бойцов, гвардейцы выходят на патрулирование города Одессы и других прилежащих городов Одесской области. На этом празднике мы прежде всего хотели бы себя презентовать, хотели бы позвать всех вас в наши ряды. Наши представители будут рассказывать о Национальной гвардии, о том, как туда попасть, о прохождении службы, начиная от контракта, заканчивая резервной службой, как пойти в академию. Параллельно мы вам подарим тоже праздник, будет наш выступать войсковый духовой оркестр, будет задействоваться наше подразделение специального назначения, которое тоже вам покажет одну из своих отработок. Будет специальная техника, будут люди, то же самое в казацких нарядах, будут настоящие бойцы бронежилетов, в касках, с оружием. То есть каждый желающий может подойти и ознакомиться, как Национальная гвардия ежедневно несет службу и патрулирует наш любимый город. Как и мои коллеги, сотрудники Главного управления ГСЧС в Одесской области также представят свою технику. Можно будет попробовать себя в роли спасателя, детям, взрослым ознакомиться. Но, естественно, в силу того, что наступил осенне-зимний период, мы еще раз напомним о местах, о правилах пожарной безопасности, правилах вообще безопасности в быту. Вот, напомним и детям, взрослым, и в силу последних событий, то есть, чтобы это мероприятие прошло не просто, скажем так, шумно, весело, но еще и с огромной пользой. Это сделаем как и мои коллеги, так и мы стараемся делать все возможное, чтобы действительно это мероприятие было еще и полезным, не только веселым. Поэтому мы вас всех ждем, спасибо большое, до встречи 13-го.